Вы что, с утра начали играть, да, 1 января? Вы уже подружились? Беляшик, давай. Ой, пус. Ой, за ними не успеешь, смотрите, что они делают. Играются, молодцы. А этот, смотрите, наблюдает царь. Мы шторы убрали, потому что катается на шторах. Но ты почему 1 января у тебя такая роза красивая? Ты случайно не перепил? Ну что вы делаете? Беляшик? Кто вчера чуть телевизор не скинул? Кто? Ты, да? Вчера прыгнул на телевизор, но успели словить. Правильно, правильно, Беляшик. Давай, наведи порядок. Скажи, что телевизор надо менять. Да, солнце? Меняй, меняй. Только что со мной игрался, кусается. Вот это тигр. Привет, тигр. Смотри, какая. Че ты? Ну, не могу я себя сдержать. Но люблю я животных. Смотрите, смотрите. Вот он любит сидеть здесь и смотреть на птичек. Надо уже комплекс поменять, потому что разодрали. Да, за? Смотрите, сейчас совает. Ой, осторожно. Мы еще не убрали, ничего страшного, я только встала. Хотела вам просто поднять настроение, сказать, что все хорошо. Ну, иногда дерутся. Вот это. И Беляш, они дерутся, как девочки. Что-то не поделили. Как будто мальчика не поделили. Лапами стоят, вот это на задних лапах и начинают. Ду-ду-ду-ду. Ну, конечно, я прихожу и говорю, спокойно, кукла. И смотрите, кусается. Кто меня кусал? Кто меня кусал? Не кусайся. Не кусайся. Ух ты! Тигр, да? Туди. Ты довольный? Сегодня уже неделя. Я довольная. Вы знаете почему? Потому что это мечта любого. Когда ты любишь блогера, смотришь ее канал, проходишь вместе с ней, видишь ее боль, видишь ее радость, да? А потом получается так, что просишь у нее котенка, и она на тебя обращает внимание, и тебе дает котенка, это как бы частичка ее. Я каждый раз гуляю с Беляшом, вот честно. Мне больше ничего не надо. Вот здоровье на. И, конечно, чтобы мы были счастливы. И все вы были счастливы. Вот. Вот видите, как у нас в Испании дома. Смотри, он сосед может меня видеть. Чем я тут занимаюсь с котами. Беляш, у нас 6 января Рождество. Может, поменяем комплекс? Поменяем? Тёте, поменяем комплекс или нет? Кто кусал? Ну что, Лео? Леонтани, Леонтини, ты мой шлятки. Когда я заболела бронхитом, он со мной спал целую неделю. Ты уже позавтракал, правда, солнце? Вот когда я ему даю мясо, если я кусочек мяса положу там Лео или Марку, то что, он прыгнет и заберет. Он говорит, пускай они сами кушают свой сухой корм, а мясо мне. Но я не думаю, что он грустный. Он счастливый, нет. Потому что, ой, сейчас он не помещается. Сейчас надо будет другой комплекс купить, чтобы он мог двигаться и чтобы вот этого не было. Вот это вот надо снять. И коты разодрали. Вот. Год всего лишь этому комплексу. Мы в том году купили. Оскара дочка, знаете, что сказала? Мужу дочка говорит. Алина говорит, все коты кастрированные. Говорит, у них хоть кокошки видно. А у Беляша кокошки не видно. Я говорю, так в России, когда режут под самые.
Вот видите, играет, так что он не грустный, все нормально. Беляш? Джан? Ты разговариваешь? Беляш? Скажи что-нибудь. Беляш, скажи что-нибудь. Я выключу, пойду чай. Чай сделаю себе. Беляш, скажи что-нибудь, мой сладкий. Ну? Ну, ты так будешь кусать, да? Вот эта рука, что тебе дает кушать, ты будешь кусать. Кто кушаешь? Один на один выходишь. Один на один выходишь, да. Как даст лапу, честно, чувствуется, а? Ну, вот так, честно. Кто вчера украл виноград, когда ели виноград? В Испании обычай это когда 12 раз бьют часы, 12 виноградов и закусывают шампанским. Так он вчера у Оскара вытянул с бокала виноград. Люблю. Ай, не кусайся, пожалуйста. И так руки уставшие. Ну, поцелуй, поцелуй, поцелуй. А этот, смотри, ты жопа. Ты почему дерешься? Марк, Марк, Марк. Говорит, а иди ты. Ну, этот маленький еще, поэтому хочет играть. А вот эти уже, да, мальчик? Будем убирать сейчас? Будем убирать, мой сладкий. Он как я вас люблю. Беляш, ну что скажи, с Новым годом вас всех. Желаю счастья, здоровья. Но самое главное здоровье скажи. Будь здоровье, будь все. Да? А остальное все можно купить. Дай морду. Дай морду такую бандитскую, рысевскую. Привет, тигры. Сейчас упадешь, альфиналь упадешь. Давай, всем чмокаю. Скажи, чмок-чмок. Левица. Ты левица. Давай, посмотри в камеру, я выключаю. Значит, я выключаю.